Взлетная 51. Двор многоподъездной многоэтажки, которую построили больше 40 лет назад. Сегодня здесь не хватает мест на парковке, проезд к ней узковат, а детская площадка изрядно обветшала. Но за это лето все должно преобразиться. Двор ждет комплексное благоустройство. С данными жителями переговорили, они уже давно хотели и наконец-то созрели, проголосовали с большой долей софинансирования по дополнительному перечню этой парковки и детская площадка. Дом очень большой, с тремя въездами и, соответственно, предполагает большое количество наличия парковок, чего мы и будем реализовывать на данном доме. Наряду с этой территорией за теплый сезон обновят еще 62 двора. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов по национальному проекту «Жилье и городская среда» выделят 320 миллионов рублей. 20 миллионов – средства собственников, которые пойдут на дополнительные работы. Оборудование детской или спортивной площадки, обустройство парковочных карманов, установку контейнерных площадок или ограждения. Но большую часть финансирования направят на обязательные элементы благоустройства. Основные виды работы – это, конечно, демонтаж старого бордюрного камня, монтаж нового бордюрного камня, это покрытие, это какие-то новые проезды, где-то расширение, где, допустим, раньше были узкие проезды. Каждому двору, говорит подрядчик, подход индивидуальный, с учетом пожеланий жителей. За 6 лет участия в нацпроекте под контролем собственников, а также депутатов городской думы, общественности, в надлежащее состояние привели порядка 500 дворов. В этом сезоне благоустройство начали уже в 4 из 5 барнаульских районов. Приятно то, что в каждом дворе появляются лавочки, освещение, бордюры, омолаживается асфальтное покрытие. Одно из самых главных, ну, по крайней мере, для меня, как я вижу, изменение двора – это, конечно, появление хорошей, современной и безопасной детской площадки. Тогда двор становится двором. Двор по улице Взлетной, 51, помимо новой детской площадки, которую с нетерпением ожидают молодые родители, ждет еще основательное озеленение. Здесь обещают высадить газоны и сделать разноуровневые клумбы. Елена Макаренко, «День с толком».